Всем привет! Вы на канале «Покупки на диване». Нам пришла посылка, заказанная на сайте AliExpress. Давайте приступим к распаковке. Заказ был сделан в начале месяца, где-то числа 4-го. Вот сегодня 20-е число. За полмесяца дошла посылка. Это microSD-карта. И продавец еще положил отдельно к ней переходник, чтобы можно было вставить ее в компьютер. Это высокоскоростная карта на 64 гигабайта Toshiba microSD-XC. Эту карту я заказывал специально для высокоскоростной записи, для экшн-камеры Sony. Простые карточки туда не подходят. Подходят только те карты, которые пишут с большой скоростью. Как здесь указано, до 90 мегабит в секунду. Эта карточка позволит мне записывать на экшн-камеру с разрешением 4К. На обычную карту в этом формате запись невозможна. У меня стоит там обычная карта. Она позволяет записывать только MP4 с разрешением 720p. YouTube тоже не стоит на месте, и с каждым годом качество записи становится все лучше, поэтому нельзя отставать. И нужно идти в ногу со временем. Для этого приобрел вот такую вот карточку. Посмотрим, что нам китайцы предоставили, какую карту нам положили. Соответствует она заявленным на ней параметрам. Сейчас мы это будем проверять. Упаковано хорошо. 64 гигабайта, microSD-XC, U3, класс 10. Ну, вот так вот она выглядит вблизи. Надеюсь, видно все ее показатели. Вообще такая карта стоит на 64 гигабайта около $50. Я ее купил за $24. Не знаю, в чем подвох. Может быть, это нормальная ее цена, может быть и нет. Поэтому я боялся, что пришлют либо какую-то подделку, либо неоригинальную какую-то изделие. Но сейчас мы ее проверим и посмотрим, сможет ли она писать в хорошем разрешении. Итак, протестировал я эту карту на компьютере программкой. Реально, ее объем памяти 59 гигабайт. Но компьютер показывает 57,5 гигабайта реально объем памяти. Дальше скорость. Скорость записи 16,5 мегабайт в секунду. И скорость чтения 20,6 мегабайт в секунду. Ну что ж, теперь осталось проверить ее на самой камере, в каком качестве она сможет писать. То вроде бы как все в порядке, потому что я проверил. Камера FDR-X3000. Эта камера предназначена для записи в 4К. И мы вставляем эту карту. Просто если вставлять обычные карты, то он сразу же пишет, что запись можно производить только в самом низком качестве. Вот я обычную карту вставлял. Это простая microSD. Я мог писать только в самом плохом качестве. Эту карту вставляю, и все, появляется, что я могу писать в 4К. Я уже испытал. Запись идет, все в порядке, видео хорошее. Ну что ж, карточка оправдала свои надежды. Я очень боялся, что китайцы пришлют мне какую-нибудь подделку, и деньги, которые я за нее заплатил, просто сгорят. Все в порядке. Я считаю, что деньги потрачены не зря. Если бы я покупал бы здесь у нас на месте эту карту, то она бы обошлась бы мне в 2 раза как минимум дороже. С Китая покупка таких вещей все-таки дешевле обходится. Спасибо за ваше внимание. И, в принципе, на этом все. А сейчас я поставлю кадры, снятые на эту карточку в хорошем разрешении с моей новой камерой Sony. Тест камеры. Изображение 720p, 240 кадров в секунду. Дует сильный ветер.
32 изображения на 1080p и 120 кадров в секунду. Тест номер 3. Изображение 2160p, 30 кадров в секунду и 4К.